А это у нас что? Ох ты, посмотри, какие носочки! Слышь, бухгалтер, это что у тебя, жена такая рукастая? Это хорошо, когда жена такая. Братве и от чужих баб польза бывает. Что ты? Твоя посылка? Моя. Была. Если вам надо что-то, берите. Мне не жалко. А ну-ка положили все на место! Я не понял, что это за сявка там вякает? Утихни. Ты че, Мирон? Все-таки решил влезть не в свое дело. Хочешь за него вписаться? Я хочу за него сыграть. Вернете все вещи и посылку. Ну, а если проиграешь? Вернее, когда ты проиграешь? Я сказал, затихни. А если проиграю я, ты возьмешь и с меня, и с него. Ну, хорошо. За меня будет играть он. 31. Я выиграл. Чего? Считай, если умеешь. Ты прыгался! Иди отсюда! Да я-то чего? Я! Ну так как? Карточный долг святое. А понятие мы чтим. Папа, ты уже... Терпила, не по понятиям живет! Закрой свою хлеборезку! И верни бухгалтеру его вещи. Ничего не забыл. О! Повезло тебе, дядя. Ладно, ты выиграл, цыган. Говорил, играть не умеешь. Подожди. А как насчет отыграться? Не хочу. Ты хочешь сказать, что тебе западло дать нам отыграться? Ладно. Какие условия? Если ты проиграешь, спать будешь под нарами. А жрать возле параши? Да. И жрать у параши. Идет. Но если я выиграю, ты мне станцуешь цыганочку с выходом. Ну, не судьба, так не судьба. Только позволь мне прежде карты твои глянуть. Ты мне вот так просто бороду не подвесишь, так что ваши тут не пляшут. А вот ты у меня, дядя, сейчас попляшешь. Ладно, цыган, твоя взяла. Слышь, ты малохольный. Можешь спать спокойно. Спасибо. Его вон благодари. И вам спасибо.
Слушай, Мирон,